Народные приметы! А что ж за день сегодня? Сегодня 21 марта, день весеннего равноденствия. А еще его называют весенним солнцеворотом. В этот день прилетали жаворонки, и в старину хозяйки пекли маленькие булочки по форме, напоминающие этих птичек. Такую выпечку называли жаворонки. Считалось, что жаворонки принесут благоденствие и тепло всем, и уют, и добро в дом. Коль верба зацвела, а снег не сошел, к теплой погоде. Ну, как бы всю зиму снега-то особо и не было, поэтому я думаю, мы пропустим эту примету. Высокие облака быстро плывут по небу к быстрому наступлению весны. Туман в этот день к утренним заморозкам. Если солнечный день, то лето будет теплым. Ну а если пасмурным, то лето будет очень холодным. Много воды? К урожайному году! В этот день нельзя начинать серьезных дел, не будет успеха. Гуляй с черепахой, лей лимонад на асфальт! Только несерьезные дела! Хороший день 21 марта! А вот такой способ гадания. Если 21 марта выйти на улицу и сказать волшебные слова «раз, два, три», а потом посмотреть на тот автомобиль, который вам встретится, можно угадать свое будущее. Встретите вы красный автомобиль, то в ближайшее время найдете любовь свою. А если черное – к большой беде, зеленое – к большим деньгам, ну а синее – к несбыточным мечтам. Ну, вероятность того, что наши предки встречали на дороге машины, очень низка. Так что давайте не будем верить в эту примету. Но с другой стороны, если у вас есть Porsche Cayenne Turbo S максимальной комплектации... Все равно, какого он цвета. Все и так хорошо. Ну вот и все. А нет, еще мудрость народная от Ксении Ролдугиной. Сила хороша, а ум лучше. А доброе сердце все покрывает.